Мы не начинаем, пока Айра не нажмет. Вообще-то я нажал быстрее тебя, если честно. Именно, нажал быстрее меня, конечно. Сейчас мы ждали тебя, Минус, потому что ты нажал Минус, быстрее Минус, меня. Минус, если что-то не нравится, тогда жди выход. Серьезно. Хорошо. Угу. Команда добровольцев сопровождает оставшийся автобус с выжившими. Ну что, а мы добровольцы? О, хелло? Бля, ну с акцентами они вообще охуели. Это такой расизм, ебать. Я его прям обожаю. Алло? Это японцы? Мы японцы? Ой, блин. What are you doing? Да, зомби, парень! We've done what we can here, Shaw. Evacuation's over. Понял, Шо, заткнись, блять. Заебал. Гребаное управление. Лежачих-то не добиваешь, медуза, блядь. Все, пизда. Ты думаешь, они не станут, что ли? Ну да. Все, пизда, стреляем. Я случайно C4, блядь, кинул. Ладно. Сорян. Случайно попал. Вот сука. Да-да. Зомби такие, мы тебя слышим! Сейчас придем! Ой, блядь. Почему в отряде должен быть обязательно дегенерат? Вот серьезно, почему? Нифига ты, парень, спрятался! Какой-то самурай. Блять, на это потому что ты японец! Почему мой персонаж, который японец, и вы в Японии выглядит как самурай? Бля, действительно. Ой, не знаю, потому что он этот, как его, любит самураев, наверное. Я бы на него начал заново, пока мы далеко не ушли. Не-не-не. Мы на первой сложности. А, фак. Начинай заново. Да не, давай следующий просто поставим. Вырубай. Хрен с ним. Да хрен с ним, да хрен с ним, следующий поставишь посложнее, давай. Ладно. Мы же равно это еще будем по несколько раз проходить, чтобы оружие прокачать и так далее. Не уверен. Да ладно. Типа пройдем и все, что ли, больше не будем как-то. Блять, ебать, он попугай. Тут бензопила есть еще. А у меня есть пенис. И я не побоюсь им воспользоваться. Вууу! Падюнт, дефенсис! А, дефенсис? Дефенсис! What are you saying? I'm a Japanese warrior! Блин. Коничива! Коничива! Расилка ты ебаный. Гада, давай, надо это, пожрать суши срочно. Сузи! Надо поесть суши, суши, гада, надо суши поесть. Суши! Суши! Ой, нам нельзя в такие играть. Ой, бля. Видите бочка? Видите водичка? Наверняка она загорится, если в нее стрельнуть. Не-не. Поджег бочку. Эти бочки, кстати, не взрываются. Они просто загораются. А че он не едет-то, алё? Или его прям сопровождать, что ли, надо? Да ладно, прям стоять.
Меня радует, блядь, он настолько затонирован, что вообще ничего внутри не видно. Как он едет, блядь? Внутри очень хорошо развит робототехника. И вот, знаешь, вот этот атрибут постапокалипсиса зомби, когда ты навешиваешь на автобус кучу проволоки, об которой обязательно зацепится зомби, ты волочить его будешь, блядь. Какие дегенераты такое делают? Это, вот, бля, мы в Японии, это вообще не нанотехнологии ни разу. Ого, контрол панель, пошли. Куда идти, блядь? Я сделаю это. А самурай, честь самурая на кону, мы должны сделать это. Самурай даун, самурай даун. Самурай не может даун. Ты даун. Ой, блядь. Да не может. Не может быть! Нашел эти колючую проволоку. От колючей проволока устанавливаю. Честь самурая на кону. Пошли на шум, да? Я не дочь любой! Пока чисть! Надо пока чисть самурая на кону! Ой, бать! Help! I need some help! А? Самурая! Самурая едят! Самурая! Самурая едят! Я не дам есть самурая! На нахуй! Банзай! Банзай! А, пулемет кончился! Они бьют автобус? Они что, автобусы-расисты? Я так понимаю, им насрать на людей, автобус интересен. Да, кстати, это какая-то хуйня. Прям автобус все их внимание, блин, привлекает. Да ты, блядь, с таким клиренсом ты могла проехать на нем еще в самом начале. Ты серьезно, что ли, дура? Здесь проблема, стояли вот эти столбики. Мы ждали, пока столбики... Да я говорю, ты смотри, этот, как его, зазор между этим... Не, я понимаю, о чем ты, но... В Японии строго по инструкции, если надо, обычный полностью. Да? Я не могу начать! Священный, правильно? Священный, правильно, вы что? Ох, шить не японцы. Кстати, очень странно, что мы в России не увидели зомби-медведя. Да, недочет. Он меня ест! Он меня ест! А? Самураю надо помощь! Его просто кто не самураю! Поможет, он меня да, блядь, да я тут автобусов стоят, нахуя, нихуя не видно. Тут пулемет. Иду. This is Team 4. We'll cover the Western Gate. Can you hold a few minutes? А, тут спецназ, ёпарасота. Я больше рады, знаешь, как этот, вот, этим людям стоило задать один интересный вопрос. А почему, будучи в Японии, с японцами мы разговариваем на английском? А?
Чтобы другие нас понимали? Этот ответ меня устраивает? Аригато! Бля, где он, сука? Ну ты... Серьезно, и как его там достать? Ну я попал в него разок. Кажется, он... ему ничего-то не понравилось. Они пили. Айрайзен остался. Ты знаешь, очень трудно... И только босс нас спасает. Чего? Ой, да пошли! Пошли вы в жопу! Я самурай! Было написано, кто убил Тарана и кто убил Крику этого, Вахкача. А кто убил всех зомби, которые мешали прострелить через них, а? Ничего не знаю. Главное, кто сделал результат. Эй, иди нахуй. Кто-то там попытался сделать. Пошёл в жопу. Кстати, а что мы здесь делаем? Я потерял нить. Не знаю, мы сюда пришли просто. Там штурмовой дробовик. У меня пока еще пулемет. Но спасибо за наводку. Я так понимаю, здесь мы держим оборону. Получается, да. Давай. Зомби у меня. А, здесь спецназ. Нам надо собраться. Нам надо здесь собраться. Да иду, 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 иду. Забейте на бот, он телепортируется, если что. Держим оборону? До последнего самурая! Мы не держим оборону, идем дальше. Самурай, блядь. О-о-о! Честь самурая превыше всего! This is team 4. 50 meters from the gate. Ты пробовал стрелять в зомби, солдат. Там зомби. Меня, кстати, радует, что у него форма, в принципе, правильная, но в качестве стандартного оружия почему-то М-ка. Вот с какого хрена? Потому что это армия США. Это неаутентично! У него должна быть стандартная винтовка, которую носят солдаты Японии! А? Как узнать, откуда они пойдут? Бегущая толпа даст намек. Чтобы заранее подготовиться. Я напрягу свою задницу. Да. Я буду готов. И ты узнаешь? Бля, что происходит? Мы подготавливаемся к атаке. Мы это неправильно делаем. Но если пулемет мне говорит, смотри туда, а не посмотри оттуда. Фреш ammo! Loaded! Так, ну че? Если есть что подорвать, мне есть чем. Сейчас найдем. Тут должен быть, должна быть какая-то дверь. А, есть. Вот здесь. Я не вижу тебя. Метку. Я метку дал. Я тебя не вижу. Вижу. Все, они наступают. Я нашел автотурель? Ну, подорви, что ты. А где? Так вон метку я поставил. Вон метку, вон. Все. Да твою метку не видно. Тебя не видно? И меня не видно. Да твою метку не видно еще больше. Кто? Under the bridge. Там пулемет стоит стационарный. Там автоматики дохуя, мы можем пока что забрать все, что здесь. Не так много. Штурмовые винтовки — это то, что мне надо. О-о-о! Быстро! Надо на высоту! А, лови! Все. Ноги. Бонзай, блядь! Не бонзай? Не бонзай вообще ни разу. Помогите мне бота кто-нибудь поднять. Бонзай! Сука, блядь! Бонзай! А? Кончились патроны?
Я как Терри Крюз достал А-12 и пошел стрелять. Ну им не страшно. Как Терри Крюз в неудержимых? А? Именно. Как в расходном материале? Еще идут. Экспендаблес. Экспендаблес. Защищайте ворота 2. Да. Можно представлять, например, тролли свои и так далее? Нет. Можешь поднять, то можно. Че это было? Ты слышал, ты Димо по радио? Он там холдинге. Сука. Бычара. Погоди, а с нами же были солдаты, а где они? О, базай! Как они здесь все еще стоят? Тут немножко едят, одного уже даже обратили. Блин, что-то прям вот они идут и идут, ебать. Hold the gate! Честь самурая! Кто там умирает? А все, мы их убили. Успокойся, парень! Подумаешь, зомби превратился, не парься. Я защитю твою честь самурая. Помогите, прикройте пулемет. Бегу, 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 бегу. Я бегу, но еще не добежал, погоди. Ну, я сделал, что мог. Отлично. Как вот, блять, вот серьезно, на той стороне? Че, мы выжили? Да, да ладно. А где автобус-то? Уехал, вон он. А зачем мы сразу с ним не поехали? Потому что мы должны были защитить честь самурая. Так может мы высадимся в центре города и зачистим честь самурая в центре города, убив всех зомби города, я не знаю. Я вообще думал, мы императора спасать будем, как бы логично. То есть Япония спасти императора, а тут всякую хуйню предлагают делать, если честно. Чего говоришь? Давай, усложняй нам все. Гадор, я уровня... против вас. Я уровня сложности не чувствую. Надо признать, было легко. Ну так.